Всем доброго времени суток. Сегодня я хотел бы сделать обзор на набор электронных модулей Амперчики 21. Почему 21? Да потому что здесь всего 21 модуль. Да, давайте его повернем немножко. Вот если посмотрите, приближу немножко. Это у нас модули питания. Терминальный модуль, модуль датчик давления, модуль концевого переключателя и так далее. Данные модули отличаются еще по цветам. Набор упакован в пластмассовый ящик. Вот такой. Давайте откроем. Каждый модуль упакован в пупырышки. Это у нас модуль магнитный переключатель. Магнитный переключатель. Отложим. Дальше у нас идет логическое И. Здесь у нас. Давайте посмотрим. Я данный набор уже открывал. Здесь светодиодный индикатор. Потом вскроем. Датчик давления. Модуль питания. Так, три, наверное, хватит. Фиксированная кнопка. Сейчас попробуем из данного набора собрать какую-то миниатюрную цепь. Так, здесь у нас модуль питания. Давайте откроем, посмотрим. Отложим. Вот такой модуль питания. Здесь у нас переключатель. Он off. Ну, сейчас мы переключим его выключить. Можно данный набор использовать батарейкой крона. То есть есть у нас переходник специальный для крона. Но так как у меня есть компьютер, здесь у нас есть еще, если так посмотреть вот внимательно, вот взялось или нет, микро-USB. Для того, чтобы не надо отдельный кабель покупать, потому что у нас у каждого есть сотовый телефон, вот обычный кабель от сотового телефона для зарядки. Мы один конец USB компьютер, а второй в модуль. Все готово. Давайте попробуем залезть светодиодный индикатор. Светодиодный индикатор, он у нас зеленого цвета. Если его попробовать соединить неправильно, то есть у него можно и справа, и слева соединить, то видите, он как бы отталкивает. Там стоят магнитики. А сейчас соединилось правильно. Это светодиодный индикатор питания. Дадим питание. Индикатор загорелся. Индикатор загорелся, он полностью горит. Давайте выключим. А теперь попробуем между питанием и светодиодным индикатором поставить. Вот такой у нас есть датчик. Датчик давления. Датчик давления. Так, мы его соединили. Потом идет светодиодный индикатор. Включаем питание. И нажимаем. Смотрите, если я немножко только надавлю или коснусь, у нас загорается первая или вторая. Если у меня уже давление пальца идет сильное, то светодиодный индикатор загорается полностью. Ну, для кого-то можно использовать и как светомузыку. Данные датчики можно использовать для каких-то лабораторных работ. Если вам понравился обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.
Ждите новых обзоров и новых видео со схемами именно набора, модульного набора «Амперчики 21».